Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Приобрела вот такой контейнер. Очень удобный. Вот здесь вот такая ручка. Решила замариновать зелень. Зелень у меня вот такая вот, лук. Лук я вырастила сама. Вырастила его на подоконнике. Буду нарезать и складывать в контейнер. Такой контейнер удобно брать с собой на пикник. Буду готовить закуску из лука к шашлыку. Складываю наш лук в контейнер. Добавлю приправы, соль, специи. Лук у меня замаринуется. И будет очень вкусная закуска к шашлыку. Нарезаю аккуратно лук. Складываю все. Теперь нам нужно добавить еще белый лук. Белый лук я предварительно порезала. Добавила туда приправы и специи. Такой вот у меня лучок. Добавляю туда зеленый лук. Теперь нам нужно этот лук перемешать. Здесь у меня красный лук, белый лук и зеленый лук перышками. Он у меня замаринуется, постоит в холодильнике. И через сутки моя закуска к шашлыку будет готова. Буду ее хранить в таком контейнере в холодильнике. Очень удобно. Здесь вот такие ручки. Вот так вот она закрывается. И здесь тоже закрывается. И можно вот так вот взять на пикник, на природу, на отдых, на свежем воздухе. Закуска для шашлыка. Друзья, подпишитесь на мой канал. Поддержите мой канал лайком. Надеюсь, мое видео вам понравилось. До скорой встречи. С вами была Алина.